больно. Надо что-то придумать. Эврика! Так не пойдет. Эврика! Нужна защита для рук и ног. Защищена! Ура! Я как птица! Разве ты не знаешь правила дорожного движения для велосипедистов? Знаю. Вот же. На мне же была защита, как у рыцаря. Но это неправильная защита велосипедиста. Велосипедист, особенно ребенок, обязательно должен использовать средства защиты. Шлем убережет от травм головы. Налокотники и наколенники защитят от синяков и ссадин. В такой защите можно ездить и не опасаться. Но всегда нужно быть очень внимательным и соблюдать правила для велосипедистов. Но еще надо знать, где можно ездить, а где нет. А разве не везде можно ездить на велосипеде? Нет, только в специально отведенных для этого местах. Нельзя выезжать на проезжую часть. Это очень опасно. А где эти специальные места? Велосипедистам в возрасте от 7 до 14 лет можно двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. А как узнать, есть ли в этом месте специальная зона или велосипедная дорожка? Выучи дорожные знаки. Пешеходная дорожка, велосипедная дорожка или полоса для велосипедистов. Велопешеходная дорожка с совмещенным движением. Велопешеходная дорожка с разделением движения. Пешеходная зона. И помните, что велосипедистам на проезжую часть можно выезжать только с 14 лет. Посмотри, сколько правил ты нарушила. Катала малышей. Раз. Испортила цветник. Вылетела на проезжую часть. Три. И чуть не попала в дорожно-транспортное происшествие. Велосипед одноместный. Он не предназначен для перевозки пассажиров. За руль велосипеда нужно держаться обеими руками. Перед поездкой не забудь проверить техническое состояние велосипеда. Тормоза, сигнальный гудок. Есть ли световозвращающие элементы, которые светятся в темное время суток? Ура! Теперь я знаю правила дорожного движения для велосипедистов! Помни, что любой водитель за себя несет ответ. Будь он хоть автолюбитель, хоть ведет велосипед. От ошибок на дорогах, от незнаний и тревог. К вам приедут и вам помогут мы, дозорные дорог.